И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Трэш Фри Файр. И на этом видеоролике я буду прокачать подписчика на 100 алмазов. Да, если кто-то говорит. Почему так мало? Потому что на прошлом ролике вообще актива не было. Если было много актива, я бы побольше алмазов задонил. Ну и мы погнали. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик и напишите в комментариях свой ID и креативные комментарии. Все, мы погнали. Вот такой БТС есть, магазин Моко есть. Зачем он такой выбрал? Ну ладно, погнали. А мне еще один был. Ну ладно, лутбоксы потом откроем. Давайте это покрутим. И новый элитный пропуск вышел. Давайте выберем этот набор. Ничего не попадает. Что? Давайте это за 5. Да почему не выпадает? Что за порог? Ладно, что-то есть другое. Давайте это пополнение заберем. Или нет. Пусть он заберет. Какие еще события есть? Эмоции, крыс, набор ВТС. Ага. Давайте это покрутим еще раз. А, я думал, выпал. Но ничего не будет. Ну, сейчас, если покрутим, ничего не выпадет. Лутбокс. Может, вот это покрутить. 30. Ну, вот это стенка тоже вышла. У него даже арт-репорт есть. Арт-репорт. Стенка. Где вот такая стенка? Маленькая, но не такая белая была. Давайте еще крутим. Но мы должны пропуск выбить. Пропуск, давай. Да блин, ничего не выпало, пацаны. Ничего вообще. Последний раз крутим. Ну ладно. Минус. Да еще один мог бы. Ну таска за 19, но это тоже нормально. Ну блин, невезучая прокачка. Сейчас нотбоксы покрутим. Такой есть. Какая-то херня. Здесь все вот это вот будет. Ну зачем? Что?
плюс 4%. Ну что-нибудь дай, пожалуйста, Карина. За ну что мы выбили? Ничего. Ну вот такая у нас мега невезучая прокачка была. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, напишите в комментариях. Не забудьте написать в комментариях свой ID. Свой ID и креативный комментарий. Ну а с вами был, как всегда, я Трэш Фри Файр. Если кто-то хочет прокачку, зайдите на стримы, у меня турнир идет. Подписывайтесь с колокольчиком, чтобы зайти на стрим, у вас уведомление придет. И если будет на этом видеоролике больше актива, хотя бы 1000 просмотров, я на 1000 алмазов следующего прикачу. Ну и всем пока.